Здорово, мужики. Сейчас будем пробовать тюковать сено после ремонта. Первый год. Вчера разлетелся у меня этот натяжитель, у меня такой был деревянный. Разлетелся нахрен. Мы будем сделаем. Кто-то туда шайбу подложил. Тут болт с таким квадратом специально был, чтоб он можно было открутить гайку. Но кто-то подложил шайбу, квадрат не влазит, придется срезать нахрен. Или там сваркой прихватить с той стороны и открутить, не знаю. Ну, болт мы будем менять. Завтра поеду на работу, на токарочке там подточу под подшипники себе пальчик. И сделаем-с. Сюда натяжной ролик. Труба есть, подшипники есть, пальчик есть. Сделаем натяжной ролик, без него не годится. Ну а сейчас будем тюковать новый тренд Восточной Украины. Золотое сено называется. Цвет золота. Сено, цвет золота. Возле двора тут косили. Понятное дело, было под дождями. Ну, собрал. Затюкуем. Зимой это дело все уйдет. Даже, может быть, и не зимой. Все дело в цене. О, у нас гром. Сейчас будет скоро дождик. Значит, тянет он. Видно, вон оттуда тянет. Значит, надо быстренько сейчас это все шугануть, чтобы оно не намокло. Потому что мы его уже загребли. Пойдем мы поменяем сейчас, то есть снимем косилочку. И погнали работать. Так, сейчас мы подадим ниточку в грифера. Нитка есть. Ну что, пошли пробовать. Так, мужики, первый развяз. Порвалась нитка, там зацепилась в бункере. Ну, в общем, порвалась, так сказать. Это косяк уже. Косяк мой. Так. Сейчас посмотрим, где нашона. Будем смотреть. Ладно, сейчас вроде пока тут все нормас. Мужики. Вроде все работает. По поводу ножа. Немного вверх режет лучше, низ режет хуже, подминает. Ну, режет. Если я нечаянно вилами, масса оказалась очень мокрая. Короче, на продажу она не пойдет, потому что, ну, мокрая. Не досохла нифига. Ого! Пружины открученные полностью, а тюк еле поднимаю одной рукой. Ну, массу мы запомнили, камеру мы заполнили массой, это уже хорошо. Нитку один был развяз, нитка у меня тут валялась, бракованная, ютовская и прошлогодняя тут. Она вот узлом пошла, короче, застряла нафиг, порвала. Порвалась здесь в грифере нитку. Ну, это чепуха. Вот.
Так, по поводу, ну пусть немного покатается, мы его, наверное, первый уже укос откатаем, если все будет то-то-то нормально. И еще подрегулируем. Подрегулируем еще мы его. Ближе подойдем к ножу. Я так понимаю, надо на болтах вот эту вот сторону, короче, вот эту планку приподнять, поршень немного приопустить, чтобы низ придавить к ножу. Получается как? У меня верх режет хорошо, а низ немного, получается, подминает. Я пробовал, палочку вставлял, верх прям обрезает, низ обрезает, ну, заворачивает. По поводу чистиков, не знаю, видно, нет, масса сырая. Вроде тросики, смотрите, как работают, четенько. Чуть-чуть есть, конечно, на этих, на роликах. Немножко есть. Но вроде бы, смотрите, как чисто на полозьях. При сырой массе чистенько вроде. Так, ой, гремит там, трындец. Сейчас это чем-то все равно накроем, чтобы оно прелое не было кому-то. Чтобы вообще, короче, гапуки ему не пришло. И мы кому-то зафентилим его по дешевке, так сказать. Даже не по дешевке, а отдадим, типа как в нагрузку. Так сказать, в нагрузочку отдадим. А, еще одно. Что я не доделал? Что надо сделать? Вот это тут, вот это вот я не трогал. А надо двигать туда. Когда много массы хапанет, масса сырая, что он делает? Он выворачивает поршень. Выворачивает поршень, а там в конце. И подстукивает немного. Получается, оно так тыть-тыть об эту. Надо подвинуть ближе к, получается, к ролику полоску вот эту вот. И тогда будет оно нормально, потому что тут зазор. Мама, не горюй. Вот смотрите, сколько. Миллиметров 5-6 зазор. Надо будет немножечко двигануть. Ну, ладно. Пусть немного прокатается. Все уголки прикатаются, накатают свои дорожки. И будем тогда, так сказать, уже повторно регулировать. Потому что выезжать нам уже надо. Я надеюсь, что будем выезжать. В общем, как-то мужики, так. Обязательно ролик надо делать, потому что гавкает трындец. Как пойдет, особенно когда, ну, когда газу навернешь, еще нормально. А когда газ сбросишь, как пойдет в резонанс подборщик. Цепь вот эта вот начинает прыгать вот такого. Трактор аж весь ходором ходит вместе с прессом. Аж как-то такой вот резонанс оно входит. Ну, сейчас мы, не сейчас, завтра я на токарочке там пальчик прогоню. Под 25-й подшипник повнутри. И у меня подшипника в море. Труба есть. Кинем трубу на подшипник. В общем, будет кататься, где оно денется, хрена. То как-то так. В принципе, ну что, надо будет, все испытывать надо. Что мы тут, 4 тюка завязали. Даже вон камера еще ржавая вся. Все ржавое. Так, по ножу вот видно. Нож начал зеркало набивать вверху. А внизу не набивает. Значит, низ немного не достает. Вверх, четко вообще вверх идет. Прям вот, прям вообще четко заходит вверх. Я уже думаю, может, надо было под вот этот нож. У меня там есть миллиметровый этот. Под вот эти вот, под этот болт подложить нож-то и все. Чтобы не трогать уже поршень. Ну, посмотрим, видно будет. Вот так. Ну ладно, мужики, пойдем запрячем один тюк. Те все накроем. Потому что, смотрите, что там опять. А прям жара. У меня вон детвора сейчас там в копанке купаются, плавают, ныряют. Пойду выгонять, потому что гром с молнией. Ну его в баню. И смотрите, что находят. Ну как так? Ну как так? Ну надоело уже, хочется тепла.
Хочется купаться уже, хочется работать. Но не дает. Ладно, мужики, все, пока, до встречи.